что, начнется наше приключение? Петя, давай сумму. Даю. Даю. Сынок, садись в кресло. Да. Машите маме ручкой. Слышь, Катюш, да. Может, внизу и... Уже поднялись опять. Пошли в шоколадницу. Вот он, самолет нас стоит. Да? Почему он стоит? Ждет нас же. А вот эти? Не знаю. Готов? Где Дрися? Так, а сейчас у нас важная миссия. Доставка по Алании. Будем сейчас передавать налог моей подписчице. Договорились встретиться около пещеры. Мы знаем, мы сейчас придем. Да, спасибо. Нас уже гид подгоняет, запомнил меня по моей футболке. Говорит, девушка, мы тут. Да, сынок. Так вот, встретимся сейчас около пещеры, входа на Млатаж. Отдать мелочек. Вот. Надеюсь, разрешит. Запечатлите, она тоже этот момент со мной. Сына, ты идешь? Здрасте. Милан, привет. Ты Милан или кто? Добро пожаловать в Аланию. Спасибо. Ну, добро пожаловать безымянно в Аланию. Путешественник просто. Просто прелесть. Я уже налопалась тут. В пещере ела. В крепости ела. Давай-ка море запечатлем. Туда. Поворотом. Как мне нравятся такие мои подписчицы, которые согласны на любой каприз, на любую агитацию погрызть. Это правда. Какой-то не. Вы много кушали? Непонятно. Безымянный первый раз? Ну, да, я имею в виду шарпарушу. Ну, прилично, да. Пробники мне привозили. Да, ты тоже со своим презентиком? Да? Да. Забила нам голову. Мороженое. Но это практически мороженое. Так что, супер просто. Ты закончил, Милок, свое путешествие. А вы сколько еще здесь? Мы до 8 числа. До 8 числа. Вы отдали ему хоть пакету? Мам, уже да. Мой мил. Мама, а можете мой тоже мил нас Мне нравится, как у них в храмах. Mm-hmm. Нет икон. Все скромно, не вычурно. Нету вот свечей там. Нету икон, как у них вот этих алтарей, видишь? Нет, только вот эти какие-то вот ступеньки, что это такое?
самый жаркий регион. Милан, пойдем, сынок. Пойдем. Угу. Путешественник наш с горными породами, с собратьями. А Милочек с нами, как и говорила. Милочек с нами. Не надо, нету щук. Течет вода. Поэтому и пар. Аккуратно. Вот там не держи, как будто ты их держишь. Ну ты упри сильней. Ты его закрыла. Вот сюда вот встань. Катя. Иду. Не, иди сюда. Назад немножко отойди сюда. Лавровым листом пахнет, чувствуешь? Так он может здесь листом. Вон. Вон дерево. Жена, быстренько. Вот оливки, видишь? Оливки. Видишь, все видела уже давно. Он даже некоторые уже спеют, голубенькие. Там они пыльные. На стояночке перекус. Сынок, а ты что кушаешь? Чипсы папа купила. Как они называются? Не знаешь? Может быть, тебе лучше предложить мелку? Как этот мел называется? Мел. Какой? Белый. Белый, безымянный. Еще будешь? Милан. Я наелся, спасибо, мама. Да? Вкусно было? Спасибо. Thank you.
Милан, ты тоже в баскетбол, волейбол играешь? Мам, не забей в гол. Оп, папа. Мам, давай с тобой. Сейчас будем. Дойду и рыба. Да. Хорошо. Удочка на тебе, на ловить рыбы. Пачкони. Куда ты? Вон кушают, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Приятного аппетита, рыбки. Приятного аппетита, рыбки. И воду мам я им полил, чтобы они попили. Как дела, Кать? Милан, Милан, не подходи туда. Явства всякие. А у меня, как всегда, ну вы уже поняли, да? Свое явство. Свое любименькое. Свой разносол. Люди ходят, люди смотрят, люди уже привыкли, что я везде с куском ела. Уже они не шарахаются. Что-то у нас сушится. Нямка сушится. Будем зайцем давать безымянный. Скажи сыр. Сыр. Скажи сыр. Сыр. Скажи сырок. Сырок. Мама носяра обгорел. Носяра нагорел. Нагорел. Почему носяра у меня тоже нагорел? У тебя не носяра, у тебя маленькая такая пидуночка. И у тебя такая пидуночка. Пидуночка, ты пидуночка. Своими лапками, как он роет лапками? Да, как роет лапками? Да. Хочешь Тёму? Да. Зайчик, пипочку прям. Да? Да. Вот как лапками роет лапками. Как он делает? Как лапками? Пап, Павел, покажи, как лапками играет. Яйц, а ты хочешь кусочек безымянного? Животные вообще едят его. Курочкам дают. Курочка спугнула мама. Эй, ну ты попробуй. Не убегай. Смотри, как он вгрызается зубами. Лови, лови, лови его! Я ловил! Что, мы готовы к кругу оборон? Пойдем за поезд. Сейчас его шкаф сюда.
Нет, его надо открыть. Открывай. Игорь не может открыть шкаф, твою мать. Ну что, пойдем на горки туда. Даже безымянный был в Land of Legends. Так что это такой стёб или маркетинговый, если бы я была маркетинговым каким-то представителем, то это была бы шикарная подстёбка тем, кто здесь не был. На самом деле, стоит побывать. И смелым тоже. И без. Сейчас погрызём тут его. Да, она там, вон, впереди сидит. Мам! 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 Я думала, что там вот вода ходила на эту горищу водную. Это было очень страшно, очень-очень-очень, особенно кто садится спереди. Сейчас Игорь пошел уже, да, туда познакомиться с ребятами, тоже из Москвы, семейная пара. А муж пошел просто на эту тень. Да, хорошо, конечно. Просто вот на эту машину. Я не знаю, честно, пойду или нет, потому что мне вот той хватило. Новая седина в волосах. Что, сыночка? Смотри, папа сейчас будет ехать там. У меня остался последний кусочек путешествия. И я его решила разделить с этой конницей. Конечно, я ни с кем делить не буду, просто погрызу на вот этом сногсшибательном вам фоне его. Thank you.
будет закончилось приключение с этого куска. Приезда у меня был такой небольшой розыгрыш, вручение презентиков. По опросу победило у нас мыло. Вот это все прям его как-то нахваливали, желали. Закупила своим девчатам презенты из Турции, также храма Георгия Победоносца, религиозные всякие вещицы, магнитики и прочее, прочее, прочее. И по приезду успешно всем желающим, кто был самый смелый, все это мы раздали. И, кстати, как бы не было парадоксально, когда мы объявляли победителей, можно было выиграть либо денежный приз, либо презенты, да, которые, опять-таки, закупались только со слов большинства желающих. Люди большинство, как вы думаете, что выбирали? Конечно же, бабосики.